Алина, вот что ты делаешь? У нас тут песни, пляски, а ты сидишь и газету читаешь. Слушай, ну возраст у меня уже не то, чтобы песни-то петь. Вот ты знаешь, между прочим, наши некоторые конкурсанты старше 30 так не думают, и у них отлично получается петь. Давайте смотреть. Звуковое оборудование для концерта предоставлено компанией «Arena Show Technology». Взрослые или в шутку старички? Как ни крути, а этот выпуск теледневника, посвященный финалу конкурса «Ордынка-2013», расскажет о нашей четвертой, последней группе конкурсантов – «Зрелые». Вообще, появление такой группы стало возможным только в этом году. Напомним, что новыми правилами конкурса «Ордынка» организаторы отменили верхнюю возрастную планку. И на кастинг пришло много взрослых людей, которые решили продемонстрировать свое исполнительское мастерство. В результате к финалу подобралась группа конкурсантов, у которых присутствуют качества остальных финалистов. Опыт сцены, яркая индивидуальность и юношеский задор. И все это множится на опыт жизненный. Тут уж точно задумаешься, кому, как не им, быть настоящими претендентами на победу. Итак, в список нашей взрослой группы финалистов в алфавитном порядке попали Марина Дорошкова, Алина Луговская, Наталья Паталахова, Ирина Рублева, Александр Сапегин, Елена Суворова и Елена Шевченко. Методом исключения мы все понимаем, что среди них уже есть суперфиналисты, поскольку после предыдущих групп осталось несколько вакантных мест. Но кто эти таланты, попавшие в суперфинал, мы узнаем, конечно же, только в конце нашей передачи. А пока давайте наслаждаться их талантливыми выступлениями. Марина Дорошкова занимается музыкой, воспитывает детей и не только своих, поскольку работает в детском саду. Там у Марины ее самые преданные поклонники. Они верят в ее талант и дружно поддерживают перед сценой в Ордынском. Честно, я не ожидала, что детей столько у меня приедет, что они выйдут цветы дарить. Это так всегда трогательно. Но вообще, то, что их так много будет, этот флаг этот с моим именем, это, конечно, вообще, мы с именем этим ложимся, мы с именем этим встаем, в общем. А на сцене Марина буквально заставляет всех зрителей и жюри «Поверить в любовь». Так называется песня Николая Васильева, которую Марина Дорошкова проникновенно и страстно исполняет в финале конкурса «Ордынка-2013». Я иду делать самое красивое дело на земле, разговаривать с людьми, музыкой, о любви. Скажи, пожалуйста, вот говорят, что для того, чтобы все-таки эмоционально успешно прошло выступление, нужно выбрать себе определенную жертву в зале. Ты кого-то заранее выбрала или будешь ориентироваться по ситуации? Я сегодня хочу поговорить о любви со всем залом, но один мужчина, я думаю, меня все-таки поймет. Сколько бы времени ни прошло, сегодня это будет или завтра, или, может быть, через полтора года, все равно, я думаю, он меня услышит, придет и заберет. Потерявшие небо, звезд не видно и обидно, злюсь, но сдержусь. Расставание, расстояние, удержать себя в сознании, как инъекция в кровь, любовь. Потерявшие солнце,
стерегшие небо, звезд не видно, и обидно, злюсь, но сдержусь. Расставание, расстояние, удержать себя в сознании, как инъекция в кровь, любовь. Потерявшие солнце, растерявшие небо, звезд не видно и обидно, злюсь, но сдержусь. Расставание, расстояние, удержать себя в сознании, как инъекции в кровь, любовь. Такое еще ощущение у меня, что это не был выход финалиста на сцену, что это был практически мастер-класс. Марин, ну, я думаю, что ты целиком полностью уверенно реализовала все задуманное. Как твои ощущения? Вообще, на самом деле, получилось даже больше, чем мы задумывали. Я говорю «мы», потому что это была целая команда людей, которая работала не только в плюс, но и в минус, чтобы я себя собрала, доказала себе, зрителям, что музыка вечна. Музыка вечна, и любовь к музыке тоже может быть бесконечной. Вот. Сегодня весь зал вместе со мной жил в моей истории. Я за это очень сильно благодарна Богу, судьбе и вам, дорогие мои. Ирина Рублева пришла на конкурс «Ордынка-2013» с намерением спеть песни собственного сочинения под аккомпанемент собственной гитары, что и сделала, спев песню «Войду в тебя». Да так замечательно, что у жюри уже не было никаких вопросов к ее исполнению на отборочных этапах конкурса. Я всего лишь 2 года как на сцену вышла вообще, в принципе, да. Гитару держу в руках с 13 лет, а вот на сцену 2 года назад вышла. Решила попробовать, бизнес бросила, все. Вот, и сегодня маэстро, преподаватель вокала Романова Галина Александровна сказала такую вещь, меня колбасит вообще, такую вещь мудрую на занятиях, что завтра мы все, это будет битва у всех с самим собой. Для меня это вот действительно вот настолько важно, потому что я не собираюсь останавливаться, я хочу понимать вообще, на что я способна, я... Хочу большой сцены. Как споет Ирина Рублева знакомую нам песню на финальном этапе в Ордынском? Давайте посмотрим. Ир, ну, во-первых, у тебя очень интересный образ. Скажи, пожалуйста, ты его сама придумала? Ну, как бы да, душа подсказала. Скажи, пожалуйста, волнуешься? Безусловно. Но а чем будешь сегодня удивлять? А тем, что все хорошо получится. Да триколиновый мосток, да в поле ветер шепоток. Ко мне в рубахе мой милок спешит под вечер вечерок, а под рубахой холодок. Спешит, спешит мой соколок на девичий голосок, ой, не пойдет ему впрок. А взойду, встану на мосток, погляжу с тебя поток.
платок, да и сплету ему венок, ай, распояшу поясок. Войду в тебя, вода моя, а ты меня возьми в себя. Мало корешок, да к небу тянется росток, да под ногами лопушок. Ко мне ли он едет, мой милок, раз под рубахой холодок, а в сердце ветер и ветерок. А сойду я на бережок, погляжусь в тебя поток, сниму с головушки платок, да и сплету ему венок, ай, распояшу поясок. Войду в тебя, вода, очень сложная песня, не только с вокальной точки зрения, но и с эмоциональной. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, удалось ли сделать все задуманное? Ну, все за исключением того, что я отошла от микрофона, как я поняла, да? И было не слышно меня. Но я так поняла, мне показали. Ну, а вообще, как ощущение зала? Помогал ли он, мешал, наоборот ли? Я слышала, как зал слушает. Напомним, что этот выпуск посвящен людям взрослым, зрелым, с хорошим жизненным багажом за плечами. А потому очень уместно именно в этом дневнике сказать о наших наставниках и педагогах, чей профессиональный и жизненный опыт помогает нашим конкурсантам из года в год. И, конечно, поблагодарить их за активное и бескорыстное участие в нашем телепроекте, который называется «Ордынка». В этом году на финале, как, впрочем, и всегда, подтянуться по вокалу конкурсантам помогает Галина. Алина Романова. Ну какой характер песни, если это просто мелодия? Лирическая, быстрая, все равно не радуется. Хорошо. Что уносит публика? Ну вот послушала лирическую. Лирическую. Вокальную разминку на свежем воздухе проводит Алена Ивачева. Секретами исполнительского мастерства и разными вокальными фишками делится Маргарита Олина. А некоторым премудростям актерского ремесла в характерной игровой манере обучает Роман Федосов. Вот вы погрузились в одно какое-то состояние загадочное.
При том, что вы видели предыдущее упражнение, да? Вы сейчас сделали его немножко не точно, вы не продолжили движение, ну, как-то узнаваемо. Должно быть какое-то бытовое движение. Ну, не бытовое, но в смысле понятное, привычное. Человеческое движение, человеческое действие. Ладненько. Елена Суворова участвовала в самой первой Ордынке в 2009-м. Дошла тогда до финала, но вынуждена не смогла там участвовать. Все следующие годы писала песни и не могла участвовать в конкурсе по причине возраста. Ордынка 2013 снова распахнула перед Еленой двери. Для меня конкурс – это внутренний рост, прежде всего. Рост над самой собой. Вот несмотря на то, что я и психолог, и педагог, и там имею опыт и театрального мастерства, но вот все это оказалось настолько сложно применимо для меня самой. В финале конкурса «Ордынка-2013» Елена Суворова поет свою авторскую песню «Половинки». Лен, ну ты у нас участница самой первой «Ордынки». Сегодня вот по прошествии 5 лет ты вновь на этой замечательной сцене. Скажи, пожалуйста, какое-то новое чувство все-таки, с которым ты сегодня выходишь на сцену? Да, конечно, новое чувство абсолютно отличное от первой «Ордынки». Но она как бы отличается по формату «Ордынка» первая и вот то, что происходит сейчас. И вот... То, что сейчас происходит, мне очень нравится. Это такой кайф, это такое шоу, это такое общение, это такой праздник. Поэтому да, это новое. Ну а вообще, как настрой? Ой, ну боевой. Я постараюсь сделать все, что я вообще могу себя извлечь. Половинка души, что так долго тебя берегла.
Елена Суворова. Еще раз ваши аплодисменты. Судя по твоей блистательной улыбке, получилось все, что ты планировала. Я не знаю, получилось ли все, я просто получила удовольствие, такой кайф от того, что я видела зрителей, они на меня смотрели, они улыбались, они как-то участвовали, мне так понравилось. У меня какой-то такой прям драйв. Алина Луговская в студенчестве неоднократно участвовала в различных конкурсах. Почему бы не поучаствовать сейчас, подумала Алина и пришла на конкурс «Ордынка-2013». Она хорошо подготовилась и сумела удивить жюри, да и нас, надо сказать, тоже. Например, песни в стиле хард-рок, да еще на английском. It's my life, it's now or never. И вот удивляющая и удивленная Алина Луговская в финале с песней «Белый самолет». Музыку написал Евгений Силкин, слова Елена Борейко. Час икс, как говорится, настал. Вообще, как настрой? Настрой хороший. Публика, я смотрю, в зале вообще прекрасная. Конкурсанты молодцы. Выступают классно. И что я хочу сказать, что добавляют уверенности, причем своим хорошим выступлением, что радует, что они такие. Чем будем удивлять сегодня? Сегодня хочется просто от души спеть достойно песню. Bye.
Дорогая, ваши аплодисменты, дипломы, не только цветы от поклонников. Ты практически улетела эмоционально вместе со своим белым самолетом. Скажи, пожалуйста, это так? Да, хотелось улететь, и я правда улетела. Замечательный вид со сцены. Голубое небо, я представила, что вот-вот меня буквально за кулисами на поляне ждет белый самолет, и я сейчас улечу. И я думаю, что у меня получилось. Есть, конечно, некоторые моменты, но я считаю это как бы волнение. В принципе, я довольна своим выступлением. Большинство из наших взрослых финалистов далеко не новички в вокальном жанре. Работают музыкантами в клубах и ресторанах и на сцене чувствуют себя уверенно. Куратор группы Михаил Архипов тоже профессионально занимается музыкой и поет. А значит, на финале в Ордынском у куратора и у группы было что обсудить. Самое главное, ребят, от самого это начала, конкурс, самого. Это финал. Что нужно? У вас будет 5 минут выйти на сцену. Вы должны будете, будет много народу, да, в зале, полный зал, я думаю, сегодня будет. А будет сидеть жюри человек 10. Они будут вас схавать глазами. Вы на них внимания не обращайте. Смотрите туда, вдаль, куда-нибудь. Ну, самое главное настроиться. И не то, что на победу, а показать все, что вы можете. Наталья Паталахова работает в ресторане музыкантом. Знает три приема, как покорить жюри. Харизмой, необычностью, собой. Считает она, и, похоже, эти приемы действуют. Поскольку Наталья со своей авторской песней «Если что-то для тебя» дошла до финала конкурса «Ордынка-2013». Честно говорю, и искренне, вообще абсолютно, мне кажется, моя победа состоялась давным-давно. И как бы конкурс «Ордынка» тут очень много начинающих музыкантов. И не меньше прям профессионалов уже. Прям реально профессионалов. Да, прям. Я любитель, наверное, всю жизнь. Потому что профессионал один человек – это Фредди Меркьюри. Все остальные любители. И я вот в числе этих любителей. На сцене в Ордынском харизматичная и необычная Наталья Паталахова исполняет для нас свою песню «Если что-то для тебя». Наташ, ну я считаю, что ты поистине настоящий боец. Поистине сильная, смелая и действительно идущая на пролом, что называется. Практически с больничной койки ты не растерялась, и все-таки ты здесь. И уверена в боевом настрое. Скажи, пожалуйста, сильно не переживаешь и... Нет, не переживаю. Я думаю, что если хватило силы духа, если хватило веры и воли подняться и приехать сюда, у меня все получится. Я не имею права подвести всех окружающих. Чего ты ожидаешь от сегодняшнего дня и конкретно, естественно, от своего выступления? Признание публики. Самое важное, самое главное – это признание публики. Именно его я и жду. Если что-то для меня в этой жизни все же значит, то, наверное, тогда выпью я за неудачу, что преследует меня. День за днем из года вечность, жизнь бедовая моя, в ней уходящий скоротечность. Осень тихо за окном набивает мне романсы, исполняет листопад танго пламенные танцы. Не мои стихи года заплетают ленты грусти. У сегодня навсегда меня боль твоя отпусти. Ведь с неба голову, увы, по волосам уже не плачу. Я сжигаю все мосты, снова пью за неудачу. Дымом горьким захлебнусь, онемею и заплачу. То, что я совсем не та, ничего уже не значит. Все забуду и вернусь, буду там, где будут рады, где до одури напьюсь сладких губ твоих прохлады, где в два голоса хрипя мы с тобой шальным напевом нашу песню пропоем рваными душой и телом. Почернеет небосвод, вскроет ветер беды тучам. Знаю, точно повезет, знаю я, что стану лучше. Все, что было, не любить. Осень с летом расстается, мне с собой уже не быть. Только боль твоя смеется. Я
Если что-то для меня в этой жизни все же значит, то, наверное, тогда выпью я за неудачу, что преследует меня день за днем из года в вечность. Жизнь бедовая моя, ей уходящий скоротечность. Наталья Подолакова, пожалуйста, заслуженный диплом. Наташ, ну я поняла, что песня твоего собственного чтения, а такое ощущение было, как будто уже давно-давно весь зал, все ее знают. Скажи, пожалуйста, у тебя не сложилось такое впечатление? Когда писалась песня, у меня уже изначально было сложено, как будто это не я ее пишу, а ее знают люди, и я просто передаю их знания. Вот такое ощущение было. Скажи, пожалуйста, все ли удалось реализовать? Да, все удалось. Энергетика мощнейшая. По большой сцене соскучилась, поняла, что соскучилась. Буду петь всегда, везде, все, люблю сцену. Ордынка forever! Александр Сапегин – музыкант и исполнитель. Несмотря на свою довольно долгую творческую сценическую деятельность, никогда не участвовал в кастингах и конкурсах. Наш конкурс как-то вдохновил Александра, и он решился поучаствовать. И что приятно, в результате дошел до финала. Я пою, ребята, так, как я пою. Голос у меня такой, какой у меня он есть. Я не лепс. Я Александр Сапегин. Я постараюсь свою песню донести сегодня так, вернее, завтра уже, донести так, чтобы это не было похоже на лепса. И все эти 10 лет как бы выкинем в топку, да, с лепсом. Но песня будет в миноре. Спою открытым голосом, поэтому судить вам. А все ошибки я постараюсь исправить. Но, ребят, для того, чтобы выступать на сцене, мне, наверное, этой одной ордынки будет мало. На летней сцене в Ордынском Александр Сапегин исполняет песню «Наша осень». Музыка Александра Сапегина. Слова Андрея Семайкина. Саш, ну ты боец уже старой закалки, уже видавший многое в своей творческой жизни. Скажи, пожалуйста, сильно волнуешься? Сильно-сильно. Сильно прямо. Прямо сильно-сильно. Чем будешь удивлять сегодня? Постараюсь успокоиться и сделать наконец-то эту песню, которую я хотел сделать уже 5 лет. С той музыкой, которая должна была быть. В душу запустил я осень, и о желаниях моих не спросит. Уйдут с ветрами грезы и мечты. Как жаль, что вместе нас не видишь ты. Разбилась надвое единая судьба. Разлука стерва стала мне сестра. И сам собой я говорю наедине. И вой привычный я дарю луне. По дорожкам листопад, а в нашей осени никто не виноват. Любви прошедшей нам больше не вернуть. В душе тревога и кипит мятеж, и лопнула струна моих надежд. А все могло бы быть совсем не так. Словно тень. Зачем мне нужен был вчерашний день? Закат, рассвет, а я опять один. Как мне покинуть этот лабиринт? Слова обидные друг другу сказаны, а в наших судьбах любви отказана. Нет примирения в моем сознании, осталось только воспоминание. По дорожкам листопад, а в нашей осени никто не виноват. Любви прошедшей нам больше не вернуть. В душе тревога и кипит мятеж, и лопнула струна моих надежд. А все могло бы быть совсем не так. Пусть
Александр Собегин. Саш, ну пошел ты на сцену действительно с настроем победителя. Как ты с нее, собственно, ушел? Все ли получилось? Настя, ну я думаю, что все-таки у меня получилось, наверное, процентов на 30 всего. Ребят, ну это все только начало. Сбылась мечта идиота, я побывал на Ордынке. Познакомился с тобой, познакомился с такими прекрасными людьми, как Наталья Горинсон, Роман Федосов, наши все учителя, которые с нами работали. Ребят, спасибо вам огромное. И я действительно для себя открываю новую страничку в своей жизни, можно сказать. На самом деле, на финале конкурса «Ордынка-2013» присутствует еще одна группа зрелых и опытных, даже не побоимся этого слова, многоопытных людей. Догадались, о ком речь? Ну, конечно, это наши жюри. Строгие, но справедливые и компетентные судьи. От их решения зависит судьба конкурсантов. От чего зависит само решение? Вообще, что ждут наши ордынские судьи от 5-го юбилейного конкурса «Ордынка-2013»? С этим вопросом мы и решили к ним подойти. Я жду по-настоящему ярких, открытых, новых исполнителей, которые бы принесли в нашу эстраду нечто свежее. Но я бы хотел, чтобы они выглядели, во-первых, образ, песня и выглядеть. Стилистов нам надо растить культуру стильную. Вот это было бы здорово. Мы все же телевидение, а не радио. Это было бы правильно. Я просто в предвкушении действительно потрясающего события, встречи с талантами, с будущими звездами. Я жду от этого хороших и ярких впечатлений. Конечно, жду хороших, интересных ребят, с которыми придется работать моему оркестру. Вот это сложно, но это интересно. Я жду праздника, потому что когда они репетируют или готовятся, это одно. А уже когда непосредственно начинается конкурс, здесь складывается несколько таких моментов. Первое – это волнение, да, как они справятся. Второе – от перенапряжения иногда бывают необыкновенный взлет или наоборот. В этом конкурсе должна уже вот что ли сложиться определенная традиция, так сказать, выдавать на гора талантливых, молодых, интересных, хороших исполнителей, авторов. В этом году наблюдаются разительные изменения в лучшую сторону. Изменилась общая стилистика конкурса. Как внешне, так и с точки зрения подачи сценического песенного материала. Репертуар стал более столичным, что ли. Такое количество исполнителей действительно профессионально сложившихся, что будет трудно определить победителя. Ордынка становится настоящим событием. И что особенно приятно, нам удалось узнать мнение трудноуловимой, ввиду отсутствия времени, Натальи Горинсон. Поскольку она не только судья, но и постановщик всего действа, которое происходит на солнечной сцене в Ордынском. Я жду талантов, открытий и жду, что наконец-то появятся новосибирские исполнители, которые будут настолько своими родными, близкими для каждого, кто живет в этом городе. Мне очень хочется, чтобы наших исполнителей любили. Елена Шевченко, по образованию учитель музыки. На кастинге Елена вспомнила свои профессиональные навыки и приемы и убедила наше придирчивое жюри в том, что она может петь. Еще раз подтвердила эту свою способность на втором отборочном туре и сейчас приехала на финал. Я хочу выступить в ДКЖ, я хочу посмотреть, что это такое, потому что я не знаю, какие здесь есть новосибирские сцены. Я хочу словить кайф от того, что я выхожу на сцену, и я в море. И в мире музыки. Мне этого очень не хватает. Именно поэтому я пришла на этот конкурс. Вопреки стереотипному представлению, что тренер уже не игрок, на сцене в Ордынском учитель музыки Елена Шевченко в качестве вокалиста исполняет песню Валентины Швидко на слова Александра Михайлова «Вопреки». Ты такая невозмутимая, красивая, с улыбочкой и, по-моему, совершенно спокойная. Совсем не переживаешь? Стараюсь держаться в руках, но это трудно. Я очень переживаю внутри. Самое главное, чтобы этого не было на сцене. Я только об этом думаю. Что ты ждешь от своего выступления? Я хочу сделать максимум из того, что я запланировала, и чтобы понравилось и зрителям, и мне самой. Светлая грусть, когда тебя нет рядом, когда не вижу блеска твоих нежных глаз, когда уже трава не источает мяту и мается туман,
дали уходящих трасс. Просто осень, просто смена настроения. Грустишь и улыбнешься желтому движению. Терпкий запах лета тает и уходит. Я хочу согреться вопреки погоде. Я хочу согреться вопреки погоде. Блин редких птиц то выше и то ниже. От перепадов их выстрадал полет. Березовый околок осенью подстрижет. И пряди рыжие никто не подметет. Просто осень, просто смена настроения. Грустишь и улыбнешься желтому движению. Терпкий запах лета тает и уходит. Я хочу согреться вопреки погоде. Я хочу согреться вопреки погоде. Все-таки то внутреннее волнение, которое сидело внутри, надо было выплескивать по полной, потому что аж дыхание схватило, и все получилось не так, как хотелось. Но в целом я довольна. Жалко, конечно, что можно было бы сделать все ярче, но я рада, что я здесь, и я думаю, что все более-менее было нормально. Ну что ж, как видно, музыке все возрасты покорны. По крайней мере, сегодня мы в этом убедились. А в следующий раз еще раз это докажем. До встречи ровно через неделю. Пока! Так наша взрослая группа закончила свое выступление в финале конкурса «Ордынка-2013». И сейчас слово за нашим жюри. Наконец, мы услышим фамилии последних суперфиналистов. Баталахова Наталья. Дорожкова Марина. Ирина Рублева. Замечательно. Три человека из группы «Зрелые» в суперфинале. Жизненный опыт себя показал. От всей души поздравляем наших новых суперфиналистов. Марину Дорожкову, Наталью Паталахову, Ирину Рублеву и желаем им дальнейшей победы. А остальных участников – Алину Луговскую, Александра Сапегина, Елену Суворову и Елену Шевченко – мы от всего сердца уже поздравляем с победой. Прежде всего, с победой над собой. Они решились и ввязались в это соревнование и показали себя такими, какие они есть. А они на самом деле уже настоящие артисты, для которых просто необходимо быть на сцене и нести свои эмоции зрителям. И мы уверены, что увидим их великолепные выступления на гала-концерте. Но это уже в следующих выпусках нашего дневника.